Всем привет! Перед просмотром просим подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Американский диджей Куин Коулман, выступавший под псевдонимом диджей Спиколи, умер в США. Об этом сообщает Variety со ссылкой на заявление родственников музыканта. Причина смерти не уточняется. Коулману был 31 год. Артист также работал в лейбле Capitol Record. Президент компании Джефф Вон заявил, что бывшие коллеги Коулмана расстроены новостью о его безвременной кончине. «Мы будем очень скучать по нему. Приносим наши глубочайшие сожаления семье Куинна и его близким в это крайне трудное время», — добавил Вон. В феврале стало известно о смерти британского диджея, одного из пионеров Acid House, Эндрю Узерола. Ему было 56 лет. Он скончался из-за легочной эмболии.